Сейчас разрабатывается несколько конкурирующих сценариев, как достичь и когда достичь вот такой энергетической независимости, что в свою очередь, что очень важно, резко снизит выбросы парниковых газов. Потому что изменение климата – это самая большая проблема или одна из самых больших проблем, которая стоит перед человечеством сейчас. Потому что существует, потому что мы очень много сжигаем нефти, газа и угля. И если мы станем потреблять только возобновляемую энергию, то мы не будем делать выбросов. И таким образом мы остановим изменение климата. Энергетическая независимость будет достигнута рано или поздно, что Украиной, что Молдовой, что любыми другими странами. У нас просто выхода не останется, иначе человечеству будет очень трудно жить на этой планете, если мы это не достигнем. И кто раньше это будет делать, тот молодец и больше заработает. Для этого просто необходимо инвестировать в возобновляемые источники энергии, в энергоэффективность и не инвестировать в уголь, нефть и газ.